Нестандартные вопросы из разных областей знаний, ограниченное время на поиск ответа. Все это муниципальный тур игры «Что, где, когда». В ней принимают участие представители всех школ Заречного. Подготовка к интеллектуальной битве проходит в атмосфере строгой секретности. Конкурсные задания держат в тайне до последнего. Вопросы присылает Институт регионального развития за час до игры. Игра будет представлять собой два тура по 12 вопросов. На обдумывание также одна минута, по истечении которой капитан команды приносит ответы. За правильный ответ команда получает 1 балл. В каждой сборной 6 человек разного возраста. Это ученики 8-11 классов. Многие школьники уже неоднократно принимали участие в различных интеллектуальных соревнованиях. Поэтому подбирают состав команды так, чтобы там были эксперты по разным предметам и темам. По профилям есть история, математика, английский язык. Ну и по другим предметам мы тоже, в принципе, очень сильные. Но даже если ответ на вопрос не приходит сразу, не стоит теряться, объясняют участники. Нужно попробовать задействовать эрудицию, умение нестандартно мыслить. Нужно вспоминать сразу все темы, которые ты проходил не только в школе, но еще и усваивал, допустим, дома при помощи интернета. Сразу включать какие-то воспоминания и придумывать ответ. Может быть, даже он будет нелепым, но правильным. По итогам муниципального этапа определят 2 команды-победительницы. Они и представят наш город в областном туре игры «Что, где, когда», который пройдет 10 февраля. Ксения Тризна, Ильдар Абульханов, телерадиокомпания «Заречный».